Вот такой дворик в Израиле. И оно хрущевка, я так сказал, не какая хрущевка, хорошо деланная. Есть оригинальные балкончики вон там наверху. Крыша оригинальная, окна оригинальные, так что более-менее неплохо выглядит. Вот тут, если не ошибаюсь, это яблоня растет. Нет, это не яблоня, нет. Не могу понять, что это такое. С одной стороны мандарина вроде, а с другой стороны вроде похоже на яблоко. Кажется, все-таки это, наверное, лимон. Это лимон, скорее всего. Это лимонное дерево, такое небольшое в этом дворике. Вот. Так, это небольшой дворик по хрущевке. Ну, типа хрущевки, но довольно хорошо оформленный. В районе Хайфа Ромема. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.